Здравствуйте, вас приветствует кредит Инкассо.РУС. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы получили голосовое сообщение, письменное уведомление, сотрудник службы взыскания ответит вам в течение 1 минуты. Напоминаем, что отказ должника от погашения задолженности в конечном итоге обязательно приведет к следующим последствиям. Компания «Кредит Инкассо.РУС», меня зовут Назий Никита Викторович, все разговоры записываются. Чем могу вам помочь? Никита, здравствуйте. Меня зовут Максим Викторович. И вы мне звонили и просили меня перезвонить. Что хотели? Максим Викторович, назовите дату рождения для защиты ваших персональных данных. Так. Хорошо, Максим Викторович, вам звонки поступают по поводу задолженности вашей. Вы в курсе они? Вы опять будете меня пугать выездной группой? Так я ее ждал еще 1 числа, вы мне обещали. А куда делась ваша выездная группа, Никита? Простите, о чем? Я вам задал вопрос, вы в курсе о вашей задолженности? Я говорю, я в курсе. Может быть, что с вашей группой, может, случилось? Куда она делась? Вы обещали, что 1 числа... Да. 1 числа вы обещали, что группа приедет. Где группа? Я ждал ее дома. Может, что случилось с ней? Может, какую-то помощь ей? Вы с кем разговариваете? Вы сами с собой разговариваете? Да, с вами, Никита, с вами. Тогда вы задавайте вопросы непосредственно по делу. Так я говорю... Я сейчас что-то говорю по поводу выездной группы или что? Мне 1 числа обещали, что выездная группа приедет. Хорошо. Ко мне домой. Я ждал... Разговаривал или что? Я ждал выездную группу. Куда я с вами разговаривал? Куда она делась? Ваши сотрудники, вы же... Я с вами разговаривал. Почему вы же... сейчас предъявляете какие-то претензии? Вы же не от своего лица звоните. Вы звоните от лица организации, от лица конторы. Вот, вы сейчас позвонили выяснить, по какой причине у вас звонки вам поступали. Просили перезвонить. Нет, я вам говорю, нет, вам звонок поступал по поводу вашей задолженности. Никита, ваша задолженность на сегодня? Никита. Нет, я сейчас говорю. Вы задали вопрос, будьте добры выслушать. Нет, я задал вопрос, будь добр меня выслушать. 16 рублей 9 копеек. Да меня это не... Вы задали уже вопрос, я послушал. Нет, ты послушал. Куда выездная группа, куда делась? Это я все знаю, что ОТП банк там что-то там передал кому-то что-то. Теперь мне скажите, Максим. Куда выездная группа? Куда делась выездная группа? Ваша контора обещала, что 1 числа приедет ко мне выездная группа. Я был дома, ждал ее, нагрел чайник, поставил коньяк, накрыл стол. Да. Куда делась выездная группа? Никита, расскажи. 1 мая. Вы ждете выездную группу? Ну, конечно. Конечно. Твоя контора мне, это самое, Марк Павлович обещал, что приедет выездная группа. Может, она по дороге где-то потерялась, я не знаю. Или еще что-то. Где выездная группа? Расскажи мне, Никита. Я с данными вопросами не занимаюсь. Я сейчас отвечаю на ваш звонок. Ну, где моя выездная группа? Вы хотите выездную группу? Конечно. Ну как хочу? Начнете оплачивать вашу. Мне Марк Павлович пообещал, что приедет выездная группа, не перебивая своего господина. Где выездная группа? Может быть, вы задолженность начнете оплачивать? Нет, где выездная группа? Может, что случилось? Нет, у нас тут в Хабаровске... Я ставлю отказ от оплаты, верно? У нас в этом, в Хабаровске и в Кемерово тоже. Все верно. В Хабаровске и в Кемерово у нас много, гопников. Может быть, их отпиздили просто. Где выездная группа, нахуй? Никита, в рот тебя ебать. Где выездная, под запись разговора, где выездная группа, в рот тебя ебать? Куда она делась? Куда делась выездная группа? Разговор неконструктивен. Да в рот тебя ебать. А пошел ты нахуй. Неадекватен. Где выездная группа? Ты опять пьяный, что ли, Никита? Неадекватно разговариваете. Я с тобой разговариваю не первый раз. Где выездная группа? Не перебивай меня. Вы разговариваете со мной первый раз, Максим Викторович. Не пизди мне. Нет, я сейчас говорю. Где выездная группа? Вам необходимо заплатить. Ты меня сейчас слушаешь и отвечаешь на мои поставленные вопросы. Не было ни единого разрыва. Где выездная группа? Вы готовы оплатить или отказываетесь от оплаты? Где выездная группа? Я готов заплатить. Где выездная группа? Вы готовы оплатить или отказываетесь от оплаты? Никита, пошел нахуй. Где выездная группа? Хорошо, я вас понял, в противном случае. Пошел нахуй. Пошел нахуй, Никита. Хуй соси. У вас есть 2 дня для принятия правильного решения. Пишите наш номер телефона. Телефон. 700-775-75. Молодец. И перезвоните, когда вы будете готовы. Пошел нахуй.
Всего вам доброго. Пидорас. До свидания. Пидорас.